Сейв с камер, понятно, офис позором. Да ладно, я просто не видел. Ладно, в следующий раз заюзаю порошок. Заюзаю порошок. Но здесь я... Берлога Гаруспика. Здесь, ну, как-то я вообще просто... Как-то въехал. Плюс еще я далеко заспаунился, я теперь в театр не успею. В болото это. Я вспоминаю, как я в первой игре на сейвскамах эту хрень доджил. Покушай, я что, не покушал? Фак. Это же совсем рано. Ты же еще к Оспине не бегал. Она бездарная достаточно. Мы просто узнали, что наша обнака дыры, все. Это вообще... Ну, вообще, возможно, это даже надо. Кстати, жажду регенит. Удобно-то как. Все. Степняки и не только. Блин, да как так? Как вообще в потьмах заметить эту хрень? Жуть. В смысле, я ношу ярмо. Ну, в этой игре правильно говорить, тавро. Гордого сейвс-камеры. Во-первых, только меня все равно убивают. Лампой можешь развивать сгустки. Рили? Я об этом даже не знал. В реале бы ты тоже загружался? Если бы мне дали возможность загружаться в реале, чел, я бы не вылезал. Хотя подождите, а почему на меня напал здесь? Почему? Смотрите, я почему встрял-то? Обратите внимание. А, я пока не подошел, мне даже не подсказали, что... Из этого дома доносится детский плач. О, кстати, можно ребенка здесь. Давайте ребенка спасем. Пытаемся ребенка спасти. Давайте. Попытаемся за... Вот сейчас, смотрите, если на операции с ребенком умру, то так тому и быть. Чё у нас тут? Так, здесь дыхание пока нет. Так, не здесь, вот здесь. Так. Здесь очень сложно будет. Поехали. Так, хорошо. Открыт. Ух, мать твою! Открыть замок. У меня, кстати, отмычки больше нет. Говорить. А вот же маленькая дрянь. Поможешь донести, только что это мой я нашла. Чего нашла?
ящиков бумагу подписали. Каждому, кто вытащит младенца из чумного дома, полное отпущение грехов. Ага, это мы мигом. Видел бы ты, сколько ублюдков мы им туда натащили. Так что мне теперь хорошо, свидетель есть. Поможешь донести? А младенец, значит, хочет, что много наловила. С ума сошел. Слушай, я детей очень люблю, конечно, но вот трогать их, кто же знал. Я думала, проще как-то будет. Ну так что, донести поможешь? Сама отнесу, а ты пошла вон, отпущение грехов не заслужилось таким отношением. Ты совсем дурак или как? Я в чумной дом вошла, не побоялась, за это и награждают, а не за то, чтобы их трогать. Я сказал, малыша, отнесу ты домой, топай, больше так не делай. Взять его ребенка в руки. Так, здесь у нас что? Я вообще что делаю? Ага, понятно. Пока я ковырялся здесь, меня убивали. Ну ладно, хорошо, порошечек тратим. Уже точно. Хотя, по-моему, я херней страдаю, да? Инфекция жизни. Инфекция уже в самой жопе. Пошла вон. Пошло вон животное. Зачем быть врагами? Зачем изгонять? Зачем истреблять? Слушать лучше, чем враждовать. Терпеть и прислушиваться. Это мудро, если терпеть в своем теле жизненную. Только так можно ее узнать. Это ли не долг врачевателей? Инфекция да на самых небесах уже. Ну ладно, в принципе. Уже все равно. Заслуженный луз. Тут ничего не поделаешь. Обыскать. Мы же хотели встрять. Вот мы и встряли, так сказать. Пошло вон животное. Ага, я... Фак! И я теперь упал. И сейчас меня дети иммуниками. Fuck my life. И я в жопе. Они меня портанули из этого дома. Ладно, ребенок-то у меня в инвентаре остался? Остался. Идем сдавать его. Ёпарасоте. Я считаю, что сохранять главная способность в играх, если ты ей не пользуешься, то пускаешь часть контента. Да, конечно, да. Так и есть на самом-то деле. Ты, если ты не можешь сохраняться и загружаться, ты не можешь... Нихера практически. Ладно, зато теперь я инфицированный. А что у меня по иммунитету? У меня теперь инфекция, а не иммунитет. Здесь нельзя, так сказать, зараженных помять. Вот я, кстати, бегая инфицированный по городу, не убиваю ли всех чертям собачьим? Тут еще должен быть магазин. Ночной магазин у нас еще бывает? Или он, типа, у меня уже утро считается? Может быть, сразу... Просто лечить. Новая пантомима, поехали. Исидор разорвал этот город. Удивительно резких суждений будет. Давайте, кстати, может быть, попробуем хотя бы тинктуру на себя заюзать хоть раз. Использовать. Ага. Человек.
костоправ, понимаешь? Привык ломать кости, коли срастались неправильно. Его сын пытается сшить. Возможно, сошьет по новой красивым стежком. Шутишь? Он только о себе думает. Такие связывать не умеет. И он ничего не сошьет. Вот он. Пришел сюда. Погляди. Смотрит на нас. На то, как брызгаешь слюнями. Значит, не только лишь о себе. Он свяжет. Не свяжет он ничего. Это тебе не кетку там орудовать. А тем временем мор пожирает город. И кому интересен? Какой-то там жалкий бурок, к тому же еще живой, когда в эту ночь погибло целых 400 человек. Че вы душите? Душнило. Так, ребенка оттараканим. Хаттангер, этот Стах Рубин, Ахар, ложный ученик твоего отца, ты его знаешь. Скажи, что он делает по ночам. Нет, я его совсем не знаю. Ну, по ночам он не спит, это я и сам замечаю. Скажи, что он делает по ночам. Где он прячется по ночам? Что тебе за дело до этого? Хатанге в тревоге. Твой друг делает что-то дурное. Обвинят в этом снова нас. А нас и так с каждым днем остается все меньше. Счет уже на сотни идет. Я думаю, впрочем, нет, ничего я не думаю. Лунента, я знаю, не напоминай. Хорошо, поговорим со Стахом. Стах, мать твою, хватит. Просто хватит. Так, у нас сегодня... Надо... Тут трупачеллы. И чё? А где работа? Лавка мертвых вещей открыта. О, лавка мертвых вещей. Пойдемте ребенка им продадим. Короче, инфекцию потом порошочком законтрим. Ну, типа, подливились, конечно, но будем считать, что это часть игрового контента. Вы хотели посмотреть игровой контент? Посмотрим игровой контент. Может быть, это в конце концов придет к тому, что я целиком полностью запарю ран. Ну, запарю и запарю. Хрен ли, правильно рассуждаю я? Все-таки это мор. Голод, гнилье. Можно гниль... Подожди, а что это я... Это все-таки гнилье мы не будем брать. Хотя я, знаете, так подумал. Блин, как же вас так разминцевать? Финский магнитофон, как вас разминцевать? Так, пока. Сейчас дойдем до этого чела, продадим лавку мертвых товаров, в лавке мертвых товаров всякая говнину. И будет поприятнее. Мне хотелось бы хорошую концовку. Мне бы тоже. Но я умер. То есть не выжил. У нас тут дома. Опять кто-то пианино бахает. Бахать пианино. Мне лье стакается, как удобно. Чё, у тебя есть иголка? За что? Зажгут. Ты охренела, иголку зажгут. Сходи на звук пианино. Может быть, на обратном пути. Мне потом все равно этим же путем возвращаться. Подождите, я просто, зайдя в театр, получаю деньги? Не может же такого быть. Я думал, их спасать надо людей. О, чел в маске гоняет Чикусю. Чикуся, беги! Беги, сучка, беги! Так, ты меняться. Так, здесь. Забытое имя, окровавленный бинт, гниль по 4. Да,
эту штуку, да. Агарок по 4, вау. Колокольчик быка за 5, сломанные ножницы за 3, кровь за 3. Неомицин, хлеб, пули. Ой, как дорого-то все. Карманные часы. А что так дорого-то? Так, ну у меня 37. В принципе, на самом деле, можно будет. Кольцо дополнительное точно возьмем. Карманные часы точно возьмем. Пули по 8, что-то дофига. Хлеб всему голова, он очень сытный. Неомицин. Неомицин мне прям нравится. Ноготь 3, агарок 4. Вот это говнина я все равно никуда не знаю, куда девать. Продадим. Очень много места жрет. Остальное все оставим. Но все для детей. 17. Может быть, где-то я могу нарыть кров. Бутылки 3, 2 штуки и хлебушка взять. Хлебушка. 2 еще где-то надо нарыть. Либо 2 бутылки, либо... Сойдет. Патрики нет, это все оставим. Мне амицин, увы, ах, нет. Хорошо, хорошая. А почему ты окровавленный бинт не сдал? Ёпрс, это я не досчитался. Так, неомицин 16, где-то еще 4 надо будет найти. На тебе агарок, ладно, так и быть. Закрыть. Хлеб очень сытный. А что у меня по жажде? Голода очень мало. Ну, хлеб попозже. Пойдемте младенца сдадим и на звук забежим. Здорово, Глендринг. Бакалея. Так, попробуем помочь челу. Стой. Сверток есть еще, отмычка. Отлично. О! Так, пошел вон. Отлично. Агарок, наперсток. Так, вскрыть они узнают, взять кровь. Хорошо, кровь не идет. Так, обыскать, взять кровь. Хлеб написано, что очень сытный, обыскать. Здесь надо сверток открыть. Получай по жопе. Я тебя перемансую. Сука, пошел вон. Кровь с тебя спущу. Нен, ты мне будешь помогать? Мне в кабинет заехал, так больно. Ай, ай, ай. Ага. Начался следующий день и задиспавнился чел. Лол, задиспавнился. Хорошо, ладно, использовать. Места нет на сверток. Так, сверток, кстати, открыть. Повезло мне, лол. А что я забрал отсюда? Мне даже не показали, что забрал, но что-то забрал. В свертке что-то было. Так, значит, в здании города театр больницы, все врачи там. Настигну сотню, и сотни выживут. Жизнь. Где бы, как бы ХП поднять? Двое, но эти двое будут стоить 1000 сотен. Они узнают, это же плохо. Кровь можно... Так, вообще, если я сейчас просто заюзаю песчаночку, то мне капец. А, кстати, я хотел зайти сюда, да? Пианино. Неомицин, скрыть замок они узнают. Скрыть замок они узнают. Г.
говорить. Запах такой необычный с улицы. Ты видел, кто чем это был? Чем это пахнет? Что ты играла? В том-то и дело. Это играла не я. А кто? Любимая мелодия мамы. Самая любимая. Я думаю, что она ее сочинила сама. Никто не может ее знать. Потому что она играла ее только мне. Больше никому. Никогда. Даже брату. Это и что? Я часто иду по улице, вдруг слышу, она доносится из окна. Или из двора, с чердака, из подвала. Откуда-то. Бегу туда. Вижу, стоит инструмент, открыта крышка. Явно кто-то только что играл, но никого нету. Зову никого. Загадочно. Просто схожу с ума. Весь город исходила. Стерла за год 3 пары туфель, понимаешь? 3 пары – это не шутка. Брожу по ночам, чтобы услышать ее еще раз. И понять, кто же ее играет. Кто мог знать маму так, как я? Не разрешаю себе верить, что это она. Музыка и правда звучала, если это на самом деле не ты. А вдруг это действительно ее дух? Значит, смерти в самом деле нет? Но все равно, дело даже не в этом. Мне надо знать наверняка, понимаешь? Любой ответ будет подарком. Это же была наша музыка, ее музыка. А если это человек, и он знал маму близко, то зачем он так? Если услышу еще раз, попробую узнать. Так, хорошо, теперь мне надо... Люди. В опасности Хан и Восьмой. О, прикольно, здесь оказывается вот лор. Обыскать, они узнают. Жизнь, инфекция. Сколько ты с таким здоровьем можешь продержаться? Понятия не имею. Мне бы как-то, я не знаю, жгутом, может быть. Как-то... Жгутом использовать. Жизнь подняли. Немец, снижает заражение, управляет слой кости, полностью не лечит, но уменьшает шанс, что больной умрет. Так, чел, ты мне можешь что-то подкинуть? Чувствую, я скоро сдохну. Это реально лист к 100? Понятия не имею, честно тебе скажу. Чел валит. Чувствую я скоро. Дезоморфина могу подкинуть, надо? Куда ты? В Тбилиси мне крокодил подкинешь? Красава. Поговорить. Время утекает сквозь пальцы. Нам нужен изолятор. Ждать большое здание, вместительное, сказал я. И Каины мне предложили городской собор. Все, я уже ничему не удивляюсь. Но в самом деле, что делать человеку, попавшему в изолятор, как не молиться? Там нет раздельных помещений. В точку. Там нет раздельных помещений. Еще там нет водопровода. Еще там не топят. Там нет кроватей. Наконец, да, он просторный, но в высоту. Наверное, Виктор считает, что я сооружу там 8 ярусов подбестых коек. И с верхних люди будут лазать по канатам, чтобы до ветру сходить. Скажи об этом Каинам, РДМ. Примут на ура. Они такое любят. Эксперименты над характером. Развивать в людях силу духа. Тягу к вечным вопросам. Вопросы, вопросы, вопросы. Одни вопросы без ответов. Кстати, у меня к тебе вопрос, Ардем. А, что это за слово такое, кстати? Что местное, степное, понимаю. Это значит что-то вроде самонадеянный болван? Нет, это вежливое обращение к человеку знаний. И что же? Смешно сказать, ты знаешь, что 5 лет назад во время первой вспышки дети делали? Чудовищные смеси из толченых таблеток, да, они их называют порошочки. И эти смеси лечат от песчанки. Да, я слышал, более того, я проверял. Так что и вы не смейтесь надо мной, коллега. Как вас там, РДМ? Ты проверял, то есть вы проверяли? Можно и на ты. Да, проверял. Но если хочешь знать, кто это может быть... Как это может быть, не знаю. Я не фармацевт, не химик. Да и лаборатории тут нет. Дурацкий случай. 10 тысяч обезьян за пишущей машинкой. Я в это не хочу вникать. Есть многое на свете. Нам нужен метод. Твердый, обоснованный научно. Это так. Понятно. Что-то у меня ХП совсем. Обыскать.
Что-то у меня ХП совсем нет. Икс лечить. Инфекция прямо на мне спавнится и убивает меня. Так, вот трупачеллы. Как вас много. Обыскать. Я просто сдох. Поговорить. А хочешь, я тебе песенку спою? Кто? Я Артемий Бурах. Хорошо, жизненных сил у вас теперь будет еще меньше. И с каждой следующей смерти все меньше и меньше. Если вас это не пугает, то действуйте. Еще что-нибудь? Я подумывал о том, что на этот раз смерть отберет у вас руки. Знаете, это вообще такое полезное ограничение. Актеру нельзя пользоваться руками. Прямо вот связывают за спиной. Чтобы играл без рук. Полезно, развивает мимику, общую пластику и изобретательность. Вот у актеров отбирайте, а я у меня актер. Руки? Нет, только не руки. Сделаем так. Отныне вы действуете с таким незначительным бременем. Может быть, это даже и не бремя вовсе. Так, пустячок. Ну? Да, начнем с малого. Вы больше не сможете никого обнять. Никого. Да мне некого обнимать, обойдусь. Теперь я никого не могу обнимать. Окей. Так. Я получил плюс смерть. Никого не могу обнимать. А где я, простите? Чего? Что? Они меня в начало самое выкинули? What the fuck, друзья? Что? Почему? Они... Я типа... What the fuck? Они не дали мне возможности даже. Ладно. Окей, пошли. Вот это жесть. Вот это минус. Да. Да, это до ребенка, совершенно верно. Да покушать. А я еще и даже не евший, да. Ладно. Вот это жесть. Вот это меня откатило. Ладно, все. Короче, забейте. Я хотел, чтобы мы заболели, чтобы мы побегали по зараженным домам, чтобы у нас были энкаунтеры. Но, кажется, игра не хочет, чтобы я себя так вел. Игра мне прямо сказала: ты умер, иди умер. Нет. Все, нет. No more content, ребята. No more content. No more content. Так, здесь. Неомицин, кстати, я, наверное, как-то бы, да, может быть, даже с собой забрал. Так, тут у нас тинктуры. Все вот эти штуки. Без сейвскама не наш метод. Да мне игра просто сказала: идешь. Идешь, сука. Так, ладно, жгутики. Наставили. Он мне прям так прямо сказала: ты идешь, сука, работать. Пули, пинцети. Здесь колокольчик БК. Скоро, кстати, колокольчик БК мы сможем продать. Видите, но не трогаем. Зараженная кровь. Зараженная кровь, кстати, с ней можно работать как с органом. Зараженная кровь, кстати, это хорошая вещь, полезная. Не знаю, не могу сказать. Без обнимашек нельзя играть. Ну да, игра так же мне сказала. Ладно, полетели. Ребенка постараемся спасти. Как же жестко меня откатило.
от арта по губам, блин. Ну, повторится все как старая ледяная репка канала. Ну да, ловить болезнь не стоит, я уже понял. Да, она слишком губительна. Ты начинаешь дикеиться по ХП и по инфекции, то есть тебе надо бороться. Ты и так как бы на самом деле в жопе. Потому что ты должен все время бороться с голодом, усталостью и все это менеджить, и чтобы выполнять много поручений, тебе это все должно быть на максимуме. Но теперь ты еще должен тратить иммуники и все-все-все, чтобы поддержать другие штуки. Не-не-не, без вариантов. Нет, надо здесь, если хочешь выйти на Гудент, на гору Спековский, то врубай голову. Здесь надо как-то забежать, увидеть, что район проклят. Нет, 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 нет. Так, из дома доносится плач. Сейчас попытаемся ребенка вытаракнить оттуда. Ребенка, кстати, надо много слотов, если что. Двигаемся через такой, типа, подшифт. Это неинтересно. Заражение — это часть механики. Да, конечно, часть механики, как и смерть твоего персонажа — часть механики. Так, мы, кстати, в прошлый раз... Да, я, кстати, в прошлый раз эту хрень-то открыл и из-за этого встрял. Хочу отметить. Если я не буду открывать эту хрень, то... Ага, вижу. Давайте-ка выйдем. Танцуем. Иммунитеты есть, может быть, какой-то заюзать даже. Как же дерьмово. Пошла вон, сволотень. Скрыть замок. Отлично. Сука, да как так-то? Да никому не хватит. Кому не хватит? Чего так смотришь? Ты не шаг, не укусит. The fuck my life. The fuck my life. Нет, 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 нет. Так, тинктура яс использовать. Фух. Ага, хорошо, вижу. Так, ну хотя бы не заболели. Все остальное трогать не будем. Так, хорошо. Далее здесь выходим. Хорошо. Фух. Покарапульно. Карапульно, но справились. Иммунитет падает сильно, кстати. Надо иммуник какой-то скушать. Медрел я попробую медрел жирный скушать.
Жирный Мадрел много дал, хорошо. Мутная вода, вот надо вылить будет. Хорошо. Пантомима. Фух, хорошо. Сейф бы. Давай, рассказывайте мне, какой я мудила. Так. Разорвал этот город. Удивительно резких суждений был человек. Ну, мы это видели, Костоправ, на самом деле. Костоправ, понимаешь. Привык ломать кости, коли срастались неправильно. Его сын пытается сшить. Возможно, сошьет по новой красивым стежком. Шутишь? Надо, наверное, до конца досмотреть. Он только о себе думает. Такие связывать не умеет. Блин, и сохраниться он хочу. Ничего не сдержит. Ну ладно, вот полухардкор. Пришел сюда. Ну как полухардкор? Погляди. Проигрываешь, начинаешь с нуля. Смотрит на меня. Ну, воду пока оставим. Ой, орешки. На то, как брызгаешь слюнями. Чайничек надо поставить, да, ребят? Значит, не только лишь о себе. Он свяжет. Не свяжет он ничего. Это тебе не кетку там орудовать. А тем временем мор пожирает город. И кому интересен? Какой-то там жалкий бурок. К тому же еще живой. Иммунитет растет. Мы регеним иммунитет стоим. Все, можно выходить. И все здесь теперь. Так, здесь иммунитет хорошо. Обращаем внимание на все. До половины жажда. Хорошо. И здесь все хорошо. Можно выдохнуть. Здесь можно по-хорошему бегать. Мыло. Бутыла. Получаем квест. Они узнают. Запах такой необычный с улицы. Что? Загадочно. Музыка и правда звучала. Если услышу еще раз, попробую узнать. Дерется бандос. Торжай. Поможем ему. Нет. Лично. Ладони у него холодные. Вскрыть, взять кровь. Кровь — это хорошо. Хорошо я его, кстати, лутнул. Так, шикарно. Здесь надо не супер много. Что за спидран какой-то происходит? Не-не-не, никакого спидрана, мы просто слились. Поэтому у нас регейм происходит. Так, иммунитет почему-то падает. Почему иммунитет падает? Ты меняться. Так, как эту штуку отдаем тебе. 4 вот этих. Так, сколько? 28 наторговали. 28. Ну, честно говоря, здесь есть так-так. И хлебушек. Ну, еще тогда пульку давай. Неомицин 16. Кстати, кровь сколько? По 3. От мутная вода не интересует. Кровь по 3, ногти нет. Пустую бутылку нет. Ну, мне нравятся кольца, мне нравится... Вот эта хрень, она классная. Пулю одну можно. Еще на 9 могу наторговать. На 9 крови отдать ему. А то я травы очень мало собираю.
Нет, ну кровь хотя бы одну оставить надо на самом деле. Я думаю, на тинктуры. Может быть, две крови отдать ему. Две крови отдадим. Две крови отдадим, тогда хлебушка сможем купить. Нет, не сможем. Неомицин, две крови. Еще где-то две надо будет найти. Может, тагарки отдать тогда? Есть тверин. Откроется тверин. Настойка на травах. Если его выпить, открывается то, что не замечаешь. Я тверином не пользуюсь практически. Дорогой он, собака. Может быть, этим чувакам отдать. Ладно, рано или поздно пистолет у меня будет, поэтому возьму револьверный патрон. Я его люблю. Можно упороться, реально хлеб купить. Но я вроде покушал. Да, нормально, что-нибудь донарою. Так. Господи, ребенка надо пойти сдать. Здесь бы сохраниться. Отмычка у нас... Подожди, а где отмычка, которую я слутал с этого чела? Неужели ее тот чел забрал? Успел. Ну, может быть, успел. Как деньги, то мои, как слились, то мы. Блин, бандос. Не хочу с ним драться. Хотя, в принципе, можно чуть-чуть. Ну, иди сюда. Обыскать. Лично отмычку нашли, пимикан. Ну, хороший. Скрыть, взять кровь. Так, еще крови набрал. За трех ее можно сдать. Так, здесь отмычку сразу в руку. Мы ими деремся в первую очередь. Может быть, и хорошая идея. Так, о, здорово. Поговорить. Это Стах Рубин. По ночам он не спит. Я... Ага, да, хорошо. Что тебе за это дело, Унанта, я знаю, не напоминай. Я позабочусь на конце. Хорошо, услышал тебя. Да, молодец. О, вот, кстати. А вот и отмычка, кстати. Чел, иди сюда, в зад, спину себе. Отмычка кончилась. Тебя можно... А что это такое? Обыскать. Тихо, тихо. Скрыть, кровь взять. Отлично. Так, теперь можно, кстати, пойти хлеб купить. Отлично. Отмычка есть дополнительная. Часы, младенец, пимикан. Хотя здесь пимикан использовать сразу. В болото все. За хлебом возвращаться. Не, пущай, кровь остается. Кончает. Чел окуклился, отрендюлился такой, типа, на пятерочку. Такой говорит, не-не-не, давай дальше не драться. Так, что у нас, 7.17. Когда у нас уже поедет квест? В фонде ждет меня награда. Ну, ладно, давай обойдем. Тебя начал капать вниз. Ладно, сейчас быстро выйду отсюда. Здесь есть выход. Там сейчас, кстати, скоро крысы будут. Сука, мои глаза, не смотрите на крыс. Нет, я не могу здесь выйти. Fuck my life. Выпустите меня отсюда. Ладно, регеним. Вот это, выпускай. Пускай даже в помойку не полезу. Хотя нет, подожди, полезу. День пятый. Хорошо. 7.30 что ли начинается день? Да, в 7.30, лол. Хорошо, запомнили. Валим отсюда. Фух, вышли. Ребенка отдадим, а потом к врачам. Мне правда, ну да, мне просто слот нужен, поэтому я обязательно должен взять именно там. Это
каком порядке. Здесь можно зайти? Постучать? Это что такое? Не-не-не. Не в том. Не в то место идем. Надо бежать, надо валить. О, помоечка. Ну так в смысле, ребят, помоечка — это самое важное. Так, мы вправо сдаем младенца. Это же вправо. Да, пустите меня во вход, ёпарасоте. Не влезли травы, мать их. Так. Сейчас ребенка сдадим. Заберите у меня эту гадость в пакетную. Так, отлично, здесь можно сохраниться, мы пока хорошо идем. Так, ребенка заберите. Это, его нашел не я, это акробатка. А вы, герой, как вы его нашли? Здоровый? Не знаю, не детский врач. Акробатка ваша. Дед не детский врач, вроде не орет. Передать ребенка. Ага, все, это плюс бабки, плюс много морали. Ага, понятно, вот в чем суть. Хорошо, запомнил это. Все меня резко начали уважать. Плюс много морали. Хорошо, хорошо. Что мне это дает? Не знаю. Сохранить игру. Так, здесь. В фонде меня ждет награда. Сейчас проверю, ждет ли меня награда. Не должна. А нет, ждет, лол. А за что мне такая радость? Почему мне награда ждет? Так, использовать. Почему у меня деньги есть? Почему я такой счастливый пироган? Ладно, это мы попозже съедим. Странно, почему у меня жалование за сегодняшний день есть в фонде. Я же ничего не сделал. Ну ладно, здание городского театра, теперь больница, все врачи там. Пойдемте, нам надо же полечить их, да, обязательно, мысли. Поспешить бы. Ну, пойдемте к Стаху, да, надо забежать. Сегодня БК пройдет больше, чтобы тут, а то после БК раскроют. Это, кстати, неплохо. Ну, пойдемте сначала сюда, потом к БК, может быть. Что у нас по людям? По людям. Хан в опасности, надо будет. За вчерашний. Так я ж вчера же ничего не сделал. Трава шикарна. Чупрсты. Можно мне как-то отмычку куда-то? Я же расширил карманы. Почему я такой бедный на пространство-то? Ё-моё. Ладно, надо будет... Так, мутная вода вылить. А бутылочка, что с ней будет? Она застакалась сразу же, да? Хорошо. Травку, бутылку сюда, травку сюда. Место на травку должно быть всегда. Так, все, идем спасать... жизни. Так, вода, кстати, есть. Использовать. Ага, хорошо. Потом тана попьем, и все будет хорошо. Жажду регенем перед этим. Здесь мы, у нас все хорошо. Всегда есть место для травки. Все именно так, на самом деле. Пружинка. Мне, кстати, нужен жирный саквояж и что еще? Всякие запчасти. Попросить о ремонте. Так, о, мыло. Наконец-то могу мыло отдать. Отлично. Иголка, две штуки. Еще четыре где-то тебе надо нарыть. Четыре? Давай я тебе дам дополнительные куски мыла. Ты даже на два. Оверторг на два. Никаких проблем. Просто принять. Будешь во мне лучше, ко мне лучше относиться. Вообще, но проблема. Морфи всего за 5, а отмычка сколько дает? Десятку дает отмычка. Ох. Может быть, отдать морфи за 5. И две, и пулю могу взять. Ладно, давай, забирай. Принять. А то у меня все равно слотов мало.
Хотя можно было, знаете что, можно было еще, еще вот эту отмычку и еще Патрик заполучить. Я немножко дебил. Не рассчитал. Не рассчитал. Ну не рассчитал, идешь нахер. Правильно. В как у нас в капитализме заведено? Не рассчитал, нахер пошел. Да? Да. Все верно, все верно. Всемирная сеть здравоохранения объявила ОСП обезьян пандемией. Так она де-факто является пандемией. Пандемией является... Пошла вон. Хрень, которая имеет заражение... Да ёпарасы ты! Стой! Чуть было не было, ребят. Как я так прошел-то? Где есть заражение не только в... Все хорошо. Вроде не словили заразу. Где заражение не только в одной стране. Очаги. Ёпарасоте, а что ж такое-то? Не, ну здесь у меня черные вот эти вот штуки. Стах. Время дорого. Ну что твоя панацея? Скоро только кошки родятся. Да не панацея это, подцепил же словечко. Ты... Так как, ты говоришь сделать ее? Добыть кровь с антителами, с инстинктурой? Да, примерно так. Много мертвых сегодня, больше, чем вчера. Увозить не успевают. За какой срок песчанка убивает человека? Больше суток, никто не продержался. Если совсем без лекарств или организм слабый, часов за 8. Антибиотик подобрать? Можно продлить. Можно продлить, если выбрать правильно. А, учитель говорил, три состояния эти, я все забываю, как они у вас там зовутся. Ты об этом, что ли? Три слоя глубины. Ты можешь подобрать антибиотики хоть кому-то, вдруг кто-то из, кто из них и протянет, хотя бы денек-другой. А там ты свою панацею сделаешь. Это и есть моя работа по больнице на сегодня? Считай, что так. Сначала нужно антибиотики приготовить или купить, это дело не быстрое. Знаешь, я решил вот что, если я это все переживу, то уеду отсюда. И обратно уже не вернусь. Твердо решил. Куда же ты уедешь? Не знаю, на войну. Там, пожалуй, будет безопаснее. Задача дать правильный хотя бы трем пациентам. Правильный антибиотик хотя бы трем пациентам. Ну, тут у нас есть вот эта штука. Обыскать. Да... Какие-то антибиотики есть и какая-то хрень есть. Скрыть, обыскать. Обыскать. Скрыть. Кровь забираем. Хотя бы трем пациентам задача на сегодня. Ну, в принципе, я должен сначала обезболить же, да? Вроде как. Рекомендация нужна... Или можно пока на боль забить. Надо вроде как... Слой нервов. Как у нас там? Угу. Стэнни заражен. Так, нервы, кости, кровь. Я помню, что там с разными штуками надо делать скан. Но что-то мне подсказывает, что я не буду этим заниматься сейчас. Мне троим поставить диагноз. У меня... Мало тинктур, мне надо было бы 6 тинктур иметь разных. И то не факт, чтобы я смог. Тут еще у меня обезболивающее, это на основе сердца. Сделано из печени, сделано из сердца. Ну, можно попытаться на самом деле. Боли много, инфекция. Проявляет симптомы, если дать ее больному особо сильное. Что-то есть. Снижает боль пациента. Только снижает боль. Снижает заражение. Выберите препарат. Ну давайте попробуем. Попытаемся. Чудеса. А, слой кости. Ну у меня есть типа нервы. Проявлять симптомы. Давайте попробуем, как бы.
Но вообще что-то мне подсказывает, что я сегодня не выполню свою задачу. Попытаюсь спасти людей. У меня просто нихера нет. Как я могу чисто теоретически... Даже в теории... Не, в теории... Смотрите. У меня нету медикаментов. Я даже в теории... ничего не сделаю. У меня даже в худшем случае... То есть я сначала должен понять, в каком месте у него проблема, а у меня здесь нету еще чем лечить. То есть сначала я должен потратить тинктуры, которых у меня нету, на диагностику, потом лекарства, которых у меня нет, на излечение. Надо спасти троих. Это при том, что вообще-то мне надо в первую очередь заботиться о чуваках из списка. То есть, грубо говоря, я просто думаю, что мы не будем этим заниматься. Типа... Жаль, завтра жалования не будет, но это жалование просто того не стоит. Шах и мат. Там нет раздельных, но это... Да, троих спасти. Может быть, если у меня будет что-то, врач из вас так себе. А, в смысле, как ты будешь лечить без медикаментов? Не волшебник я. Пошли сегодня, БК проведут по улицам, вот к этому квесту сходим. Может быть, я смогу тинктур каких-то наделать по дороге. Может быть. Может быть, что-то найду. Какие-то препараты. Вечером вернусь. Сейчас пока без вариантов. Вода вылить. Иммунитет просто летит вниз. Что, бандос? Так я слышу. Так, в эту дверь заходим. Тут ты же не бандит, нет, это нормальный чел. Просто ходит. Шикарно, заходим сюда. Может быть, восьмой это тот, кто бахает на пианинке? Здорово, пики-пик. Так они узнают. Поговорить, ты кто, брат? Пень. Это... Я не хотел. Ты кто такой? Это... Обогреться зашел, с закатного мы. На закатке работаем, значит. Тебе чего тут играть умеешь? Да сами не знаю. Подошел, значит, открыл и это. Умею, значит. Удивительно мне оно. Впервые открыл, значит? Да, удивительно. Какой-то пень. Какой-то пень втирает мне очко. Ну, хотя бы... Голбаса фабричная, хотя не знал ее. Неужто правда дух? Или есть другой ответ? Ну ладно, будем еще заходить. А может, восьмой это я? А может, ты нахер пойдешь? Как ты на это смотришь? Так, троба к вам равнодушная. Ну пошли, добежим. Ай, злобно, хреново все. Че у тебя? Курут? Ты че у нас? Часы за 8 берешь? Спичку за 1, ноготь за 4. Ну, мне не нужна еда сейчас. К тому же курут такое себе. Здесь все нормально. А че, подожди, это плохая... А, это... Здесь, может быть, война будет, да? Руки? Воу-воу-воу, бандос с ножом, между прочим, на секундочку.
Так, там мент бежит. Давай, добивай его. Обыскать. Фух, деталь. Фух, еле-еле душа в теле на самом деле. Так, нет, с ними, с ножами нет смысла драться. А я могу взять? Нет, не могу. Почему у тебя... Ага, вон тут еще бежит. Нет, нет, нет. Куда? Не буду я с тобой драться, пошел вон. Угу. Так, хорошо, вроде живо. Свободен. Обыскать. Отлично, отмычка есть. Мучку в руки берем. А мы и так и взяли. Так. А что это такое? Почему это не влезло? Так, ладно, использовать. Реально не лезет никуда собака. Кровь. Сраженная кровь. Блин, не знаю. Давайте выльем пока. Я не понял. Я не понял, реально со спины. Ты чё, собака, пырнуть тебя? Ты чё? Нет, нет, нет. Так, еще один тверин. Тверин хотя бы стакается, отмычка дополнительная. Хорошо, берем. Так, ладно. Кровь не идет. Фух, сойдет. Так, хорошо, здесь иммунитет, усталость, голод, жажда на нуле. Хорошо, тут тверин можно... Из зараженной крови можно лекарство валить. Понимаю, но когда она одна, не очень понятно, что, как жить вообще дальше. Жажда... Использовать. Тверин, кстати, надо... Надо тверин на что-то поменять. Может быть, на бабки. Я знаю, знаю. Просто фишка в том, что не хватает слотов. Мне бы расширить мой дурацкий бандос, что ли, опять. Как же вы заутомили. С ножом, ёпрсто. Он же не кидает нож, как в первой части. Не-не-не, нахер иди. Просто пошел вон. Привет, пирогиня. Держи два мыла за две иголочки. Никаких проблем. Мыло жрет очень много места. Так. Крючки за два. А оберег 6 дает. Держи агарок за спичку и крючок сойдет. Так, хорошо. У тебя что, крючок? Зубило, агарок 4. Ну да, давай так. Нужно зубило было принять, да, такое себе. Морфий за 5, больше ничего не хочет. Ты у нас что, красавица? Булавочка, иголочка. Колечко стоит 6, на секундочку. Жгут 3. Чё-то ты какая-то невыгодная пирогиня. Здорово, красавица. Красиво вы тут отдыхаете. Ну, я пришел. Чё как? Альхо. Ты нас нашел, Яргачин, мы рады. Мясника искали, чтоб помог нам восстановить порядок, завершить чин. Девочке там удобно, не простудится? Вот совершенное тело. Его нужно правильно разделить. Вы, надеюсь, про быка сейчас говорите? Обряд у вас, значит. Я думал, вы такое уже давно прекратили. Из-за мора возобновили.
Вы, надеюсь, сейчас про БК говорите? Шутишь, Ергачин. Это хорошо, что ты умеешь шутить. Мы тоже шутим иногда. Да, тоже любим пошутить. Шутки шутим друг с другом, со своими. Так, да. Это вы таким образом чему собираетесь победить? У нас и без Мура хватает бед. Это совсем про другое. Бык устроен так же, как мир. Ергачин разделит БК по линиям. И мир приходит в порядок. Бык будет рад. Мы будем рады. Ты будешь рад. Хорошо, я знаю линию разделенного БК. Видишь, он прощается с городом. Город тоже прощается с ним. Соединится с ним. Нить любви протягивает к нему. Когда улица обойдет, вернется к месту крови, к кургану Раги. Там будет ждать мясника. Ждите, приду туда. Степные совсем дикие. Так. Пойти, что ли, тинктурки поварить? У меня, кстати, больше никаких квестов-то и нет, если на то пошло. Морфин за 10. Не, малая, ты что-то гонишь. Морфин за 6, мыло за 2, иголочка за 3, яичко за 5. Торгуешь орешками. Шарики любишь. И пружинки любишь. Шарики и пружинки любишь. Это хорошо. Держи шарик-пружинку за морфин. Держи еще одну пружинку за иголочку. Орешки пока маринуем, потому что нам очень важно... Булавка 2, не чушь. Потому что мне очень важно девочку с порошочком найти. Так, хорошо. Слышу, травку собираем. Огарочек. Вы кто такие? Я вас не звал. Опасная бритва за рыбку. Иголка, бокрючки за 3. Часики за 7. Часики за рыбку. Нормальная тема, мне нравится. Иммуники 8. Стоит как-то. Так. Так, малая, порошочек у тебя есть? Это малой. Мыло. Две пружинки за 2 иголки. Нет. У тебя есть. Давай, порадуй меня. Да что ж ты такая маленькая, жадная жлобиня. Так, неомицин за 8. Кстати, пинцет. Кстати, берет огарки. 2 огарка за неомицин. Господи, real deal. Пинцет еще есть. За 2. Да нет, с пинцетами достаточно все хорошо. Неомицин просто с иванем. Аптека. Давайте зайдем в аптеку, посмотрим, чем мы можем там разжиться. Расширитель всего говна. Мне нужно нормально так торговать. Фирамицин по 375, неомицин по... Ага, тверин дешевейший. Скальпель 1300. 1300 скальпель. 1300. Не могу я этого себе брать. Неомицин, кстати, дешевый. Кстати, как и фирамицин. По-моему, надо брать. 375. Дороже тверина. Если ее выпить, откроется то, что обычно не замечаешь. Тверин. Муники 250. Господи, какое же все дешевое. Ну, неомицин позволит... В принципе, фирамицин и неомицин помогут мне, если у меня будет слой, собственно, нервов и слой костей зафакаплен. В принципе, нормальная тема. Стоит ли? У меня дома есть такие штуки. 375. 300, это в некотором смысле последние мои мони. Не, да, думаю, что не надо пока. Так, а что тебе можно продать-то, чтобы интересно? Что-то есть, что-то, что тебе как-то... 1080 за кольцо?
1080, то есть отдав тебе кольцо, я могу получить... Нет, брат, конечно, забирай кольцо. Но проблема. Просто отличный real deal. Я скальпель могу себе купить. Кольцо, кольца оказались вообще просто отличными. Так, хорошо. Это была аптека. Слушайте, а давайте-ка тогда я сейчас поищу еще что-то. Квартира Рубина. Одежда. Одежда, 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 одежда. Да, 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 да. Так, хорошо. Ты... Пружинка за 3. И орешек за 2. Держи тогда. Ну, блин, как-то пружинка за 3, орешек за 2. У меня как-то... И опасная бритва здесь. Ну, ладно, давай так тогда, что ли. Набор вот этот. Орешки хорошая вещь. Они мне нужны, когда я порошочек найду. Надо найти площадку с маленькой девочкой. Она, кстати, ну, я думаю, она меняется от места к месту. Но в прошлый раз была наверху. Так, отлично. Перчи, инструменты дополнительные нужны. Ага, только инструменты могу взять. Спички 75 все, булавка все, иголки все. Кольцо сколько хочешь? 1080? Вообще, но проблема. Забирай кольцо. И настойка по 160. Окровавленный бинт. Фу, эту хрень. Фу, хрень продам. Инструменты дополнительные. Стоят ли? Или те тинктуры, что есть, пока оставим? Я думаю, мы рано или поздно найдем инструменты самостоятельно. Кольцо забирай. Красота. Принять. Красота. Принять. Ой, кольцо хорошо пошло. Кровавленный бинт пока не можем ничего сделать. Блин, мне нужно другое. Мне нужны были вполне определенные вещи, на самом деле, у него. Которых у него не оказалось. Попытаемся какие-то... Что-то сварить где-нибудь, как-нибудь. Наркоман. Хочет воды. Дает бинт. Бери. Пимикан, шарики, шарики за 2. Колечко за 6. Не, мать. Бинт за 6. Это можно курут плюс шарики взять. Держи. Курут можно сразу съесть. Возможно, стоит. Возможно, не стоит. Хрен его знает. Так, разбитое сердце, цех 2, аптека. Так, куда путь держим? Ну, давайте попробуем. У меня больше квестов никаких нету. Пока что. Можно в бакалейку зайти. Так, что я прямо хочу, люди? Хан в опасности. К хану бы зайти тогда. Хан у нас где? Темная лавка. Хан у нас вот тут вот. Скорлупа. Надо будет забежать домой. Да, пошли забежим домой. Заводы, здесь живут машины. Можем как-то обойти. Да, здесь надо вот так вот обходить. Карта здесь, конечно, садист. Садист эту планировку бахал. О, моя невеста, кажется, травяная пришла. Привет, красавица. Я решила, что больше не буду тебя тревожить. А где бык? Бихара в степь ушел. Сказал, что еще вернется. Сказал... Стой, это сегодня было?
Не тревожься, Хоорхен. Буха твой еще вернется. А вот я уже не вернусь. Послушай, как тебя? Нара. Нарана. Так и не вспомнил меня. Нара. Нара, нет. Я тебя не помню. Ты травяная невеста, ты одной плоти с землей, я никогда тебя не водился с вами. Главное, что ты успел привыкнуть ко мне. Не испугаешься, когда придет срок. Тебе так будет проще. Главное, не жалей ни о чем. Какой еще срок? Точно хочешь узнать? Давай, говори, не томи. Тебе придется меня убить, я же говорила тебе. Я для тебя, Яргачин. Это еще что за новости? Не жалей и не бойся, когда все случится. Мы смерти не боимся. Тимел, да, нам это все равно. А ты тогда все поймешь. Да, я уже все понял. Вот значит, как мы с тобой связаны. Кажется, ее надо будет убить, на органы пустить. Что-то не очень хорошо. О, привет. Ленты, пуговки, крючки, лямки. Грязно у тебя тут. Очки. Кто бы говорил, сама давно ли умывалась? Вот и прибралась бы, дело-то не хитрое. Некогда мне. Я уж теперь... Очень уж теперь у меня много дел всяких. Какие у тебя дела? Подружка у меня теперь есть новая. Говорящая. Говорящая даже? Это такая тайная подружка. К тому же что-то... Вот она тебя совсем не любит. Прям как ты, да? И вовсе мне и незачем тебя любить. Буду я теперь любить свою новую. Новую свою говорящую подружку. А почему она меня не любит, Мишка, подружка твоя? Она говорит, потому что ты доктор. Ей это совсем не нравится. Странно, это единственное, что людям нравится во мне. Так. Вот что у паратрониха. Какая-то подружка Мишки меня недолюбливает. Так, спичка, ты где шарахаешься? Так. Патрики сгрузили. Так, сломанные вещи. Ага, вот у меня, кстати, есть теперь здесь неомицин, неомицин плюс. На слой крови теперь есть. Слушайте, может быть, даже и сделаем хорошее дело. Кровь. Бурая тверь, черная тверь. Делать тинктуру. Могу только такую. Приготовить настой. Здесь я могу только... Я не знаю, на базе крови и желтой штуки как-то. Ну, мне... Хрен знает, хорошая ли эта тема. Можно попробовать жирную тинктуру собрать на базе вот этого меловой ППГ. Так, кровь крафтится. Хорошо. Траву пока сгружаем. Значит, у меня здесь будут лежать мои таблетки, которые я на самом деле сгружать-то по сути никогда и не должен. Порошочек можно будет сюда же пихнуть. Так, бутылка с водой. Здесь пустая бутылка. Здесь обезболивающее. Вот по поводу этого обезболивающего не очень понятно. Снижает боль пациента. Оно мне вообще надо? Обезболивающее снижает боль пациента. Это же просто для меня. Больше ни для чего. Больше ни для кого. Тверин продать, это продать. Жгуты, бинты. Жгуты, в принципе, пополняют здоровье, поэтому пущай пока будут. Еда. Еду можно попозже оставить. Пока. Так, починить. Что мы можем починить? Ящика инструментов, собственно, нет. Все как полагается. Так что эту... Хрень пока сгружаем. Угу. Да, пожалуй, вот так пока. Что у нас тут? Готово хоть что-нибудь?
Вода есть. Давайте наберем здесь. Ну, можно пойти попытаться этих чуваков подиагностировать, на самом деле. Я бы особо не рассчитывал, что... подожди, у меня просто кончилась вода здесь. Да, у меня здесь просто кончилась вода. Я думал, я тут бесконечно могу ее нагонять. А ведь нет. Как же время идет здесь медленно. Обезболивающее с кровью. Сделанное из крови, сделанное из печени. Ёпрст, как же сложно. Как же сложно, как же им применение это находить. Давайте попробуем пока с этим куда-то выехать. Может быть, что-то у меня получится. Пока не верю вообще в счастливое будущее. Так, здесь оставили. Тверин, откроется то, что скрыто. Нужна трава. Нужна трава, дорогие друзья. Знаешь же Стардью Валли? Да, знаю, хорошая игрушка. Траву. Может быть, просто выбежать в поле, траву пособирать? Слушайте, а давайте выбежим в поле, траву пособираем. Мы же в любом случае сохранились. Сейчас рано или поздно должно... Тинктур пособираем. Травку соберем, тинктуру сделаем. Диагностировать всякую хрень сможем. Мне ж, по сути, надо по 3 каждого вида. В идеале. Блесить должна. А если я тверин выпью, я смогу видеть траву, да? Увижу, светится. Нажмемся тверином на лугу. Отлично. Давайте попробуем бахнуть и использовать. Город зовет меня. Ага, тут вот такая штуковина. Нет. Блин, да где ж ты? Видеокарта там потеет. Кажется, это поле с дождем, это прям фурмар какой-то для нее.
Так. Как же они... Здесь. А вот же она. Ой, хорошо. Этот звук ничего не дает, да? Я врач, все серьезно. Занят очень важными делами. Бегаю по полю, собираю траву, чтобы попытаться спасти челиков. Ну, кстати, трава здесь нормально фармится. Воды, правда, пипец мало. Ее где-то будет надо нарыть. Так, ой, я не туда иду. Возвращаемся домой потихонечку. Странно, что здесь нет возможности собирать дождевую воду. А вот. Тут не пропустить ничего. Не пропустить МАЭС. Как говорится. Смотри, как же она не идентифицируется. Очень похоже концептуально на поиск иголки в стоге сена. Этот вообще даже звук не издает. Но она издает другой вот этот вот гремучий. Так, мы уже почти дома. Сможем ли мы добиться чего-то хорошего при помощи того, что у нас есть, я не знаю. Но какие-то тинктуры мы покрафтить сможем. Сколько у нас воды? 5. Ну, надо будет, чтобы нам повезло, на самом деле. Мы всегда... Помним, что можем на самом деле по-разному лечить этих гопников. Так, тинктурки пошли. Так. Честно говоря, я... Так, подожди. Любая трава с любой другой травой, да? Вроде как. Где у нас, кстати, здесь было... Вот они, типа... Угу. Мне какие лучше всего... Какие лучше всего крутить? Красную, например, с... вот этой хренью. У меня что будет? Мои обезболивающие пока что... Красная с вот этой, это вот это. А красная с вот этой, это... У меня, кстати, слотов нету на это. Сейчас, подожди, сгружу вот эту чушь. Так, есть как-то быстрый пере... Так, яс плюс. Это мы просто яс сделали. Хорошо. Кровь пока убираем. Хотя кровь вещь хорошая.
Так это был ЕС плюс. Это красная плюс вот это, плюс желтенькая. Давайте теперь сделаем вот эту. Ага. Это другая. Ну, здесь сделаем две желтые. Еще одну желтенькую. Теперь надо сделать вот эту. Тоже желтенькую. Подожди, как так? Ладно, хорошо. Возьмем оранжевенькую и... вот эти две. What the fuck? Как это произошло? Что я накрафтил? Вот... а, это просто это просто жирная версия. Ля я химик, конечно, от бога. А теперь у меня еще и воды нету. И здесь не зарегенилось. Саша и его микстуры. Микстуры от Артура. Микстурщик капитан, сука. И чё я пойду? И чё я пойду диагностировать с этим говном? Что у меня тут есть? Куда я пойду? Нахер я пойду? Куда мне и место? Куда мне и дорога? Ой, боже. А, ну, надеюсь, чуваки там с кровяными... ну, в принципе, на самом деле, если у меня... в принципе, выживабельно. Морфий есть, можно поесть. В принципе, выживабельно. Сейчас из бейсболы возьмем, все-таки пожарный. Бейсбол из... крови. Ой, ты я, Василий. Так, кровь вот сюда тоже берем. Здесь надо будет это таскать с собой. Так, пули, 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 пули. Здесь что-то надо, чтобы... что мы с собой потараканим? Усталость большая, голод большой. Чё-то голод большой. Чё-то вообще не круто. Использовать, где курут. Использовать. Жажда до небес. Голод как-нибудь постараемся по дороге. У контрапупить. Наторгуем себе пимиканов каких-нибудь. Все, можно идти. Так, по дороге надо будет на водокачке попить говнишко. Там меня город зовет. Идемте к месту, по которому меня зовет город. Ты всегда можешь на рандоме дать им таблетку. Да, так это мой план сейчас на игру. Рандом и таблетка, день чудесный. Просто если вдруг, как в сказке, например, там заролится парочка чуваков, которые болеют кровью, то я иду нахер. Вы точно врач? Конечно. Эрекция — это абсолютно нормально. Доктор, но у меня нет эрекции. Починить. Все вот это дерьмиловое я могу починить. Ага, классно. То есть вот эту водокачку я могу починить только если у меня будут ингры еще добавок. Господи, какие же вы мудаки. Зелье на полном серьезе наломали. Так, там дубочка должна быть где-то. Вали. Ну, не так уж мне и надо было. Мне бега почти нет. Я реально F. Как жить? Как быть? Почему я из лужи не могу попить? Чтобы козленочком стать. Отлично, просто отлично. Гниль, фу. Иммунитет летит на днище. Я лечу вместе с иммунитетом. Стоять. Челы кидаются огнем уже.
Ты ж ко мне не идешь? Ты могла... А, отлично. Ну, это все вот так вот работает. Мне больше ничего не надо. Так, валим отсюда, иммунитета мало. Город меня зовет. Город, не зови меня. Ты же поджигайло, да? Поджигатели меня пока не трогают. Так, мне надо... Господи, крысы еще вылезают оттуда. Так. О! Айс меня город позвал, пацаны. Отлично просто, отлично. Позвано городом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, отлично, я отлично город позвал. И что это за позвание городом было? Позвано. Что это такое вообще? Просто что это за херня? Что это было? Как? Как проходить эту игру? Кто-нибудь, помогите мне. Коронавирус, уходи. А если город позовет с крыши прыгать, тоже пойдешь? Выбора нет. Ну и ересь. Что это могло означать вообще? В тебя зовет город. Ноэлп. Ой, да конечно, ноэлп. Мне он город уже как помогает. Бахнул Тверина. Штука не дешевая на самом деле. Город такой, город меня зовет. Я такой, о, здорово-то как, прибегаю туда. Меня облучает нахер радиацией. И город такой, кек, лол, гид, гуд. Серьезно, это же гид, гуд. Меня только что реально проролило. Проролил Гитгудыч. Я, кстати, за сегодня, по-моему, вообще реально ничего полезного не сделал. Социальное и асоциальное. Так, здесь жгучие. Жгулите. Кровь больного можно, кстати, залутать. Так, City Call. Ну я попробую еще раз зайти. А ты что здесь стоишь? Сука. Отличное слово такое, звучное. Стой. Сука. Бей. Ну выслушай. Я пришла, чтобы доверить тебе жизнь моих новых родителей. Интересно, кому доверил своих старых? Что? А зачем ты так? Я их даже не знала никогда. Я сирота, сколько себя помню. Не знал. Моим новым родителям грозит беда обоим. У них дом такой с бедой. Особенно беда грозит моей приемной маме. Скажи, ты можешь им помочь? Присматривать за ними? Не откажи мне. Для меня нет никого дороже их. Постой-ка, я же порчу все, к чему не прикоснусь. Так вроде ты мне говорила. Прости меня, пожалуйста, прости. А почему сама не хочешь им помочь? Ты же у нас лучшая целительница в мире. Я заботилась о них сама, но с этого дня больше не могу. Исчезнуть нужно мне на время. Может, даже насовсем. Не спрашивай, пожалуйста, сам скоро все узнаешь. Ну согласись же, Бурых. У тебя же сердце доброе, я знаю. Ладно, кто они? Это Сабуровы. Моя новая мать и мой новый отец. Вы хорошо подходите друг другу. Вы же хорошо...
ты сделаешь? Они не спросят сами никого. Мама уверена, что ее весь город ненавидит за то, что она... За то, что не спасла их от мора. Отец все злое на себя берет, чтобы никто не заморался больше. Но маме хуже всех. Ей нужен врач. Я к ней зайду, а жизнь спасти пока не обещаю. Так, хорошо, у нас Клара. Так, челы. Ай, как же тут плохо. Так, Сосулита пришел. Так, челы. Ну, давайте снова попробуем к городу зайти. Что это за звуки такие? Меня зовет город. Что это может означать? Город зовет меня. Да блинский магнитофон, можно ты перестанешь это делать? Опять. Опять то же самое. Опять та же самая фигня. Так, Модрел плюс использовать. Город шлет тебя. Город просто абсолютно... Ага. Вот оно что, обиженная записка. Вот оно что. Вот это да. Так, кольцо за треху отдаешь? Кажется, она уже поумнела. За треху. Кольцо за треху отдает, но сама обезбол скушает. А мономицин? Ух ты же, ни хрена себе, за 7. Не, ну держи мое капра обезболивающее за кольцо. Все, дальше я валю отсюда. Так, обиженная записка, что это такое? Коснуться. Кто выпустил риску из бака, крышку за собой захлопывай. Кто выпустил риску из бака, крышку за собой, обиженная записка? Что? Что это такое вообще? Я это выкину. Сердечник, здесь кому равнодушно. Иммунитет на самом деле на нулях. Ой, как же мне сейчас будет сложно. Где же мои иммунники, когда они так нужны? Блинский магнитофон. Вода. А, это я вот этого говна набрал? Понял, услышал. Интересно. Ладно, может быть, я здесь наберу что-то. Так, теперь диагностик Хапитон пытается спасти чуваков. Ай, сейвануться бы где? Есть где-то сейв поблизости? Я не могу вас спасти, чуваки. Так. Обыскать. Вот, пожалуйста, воды нормальной мне. Отлично просто. Отлично. Отлично. Воды нет. Ничего нет. Ничего не сварить. Лечить. Ну ладно, давайте попробуем. Господи, ну... Проявляет симптомы, если ее дать больному. Ну, пробуем, наверное, диагностировать. Попробуем жирным Модрелом. Так, сбилось дыхание. Это в крови или в нервах? Мне автоматически, кстати... Снижает боль пациента, если принять перед сном, пробуждению поправишь здоровье, сделано из крови. Диагноз не точен. Или вот это, или вот это. А это типа, мне надо 50-50? А почему он хочет дать обезболивающее? Почему автоматически предложил обезболивающее? Лоботомайт, можешь объяснить? Потому что я не очень вдупляю. Зачем мне ему обезбол давать? Мне же не обязательно понижать ему боль до самого нуля. Боли много.
Давайте попробуем так, как он рекомендует. В крови или в нервах? Без него не можешь еще раз диагностировать. Ага. Значит, ну, здесь надо надеяться, да? Как-то перепроверить либо кровь, либо нервы. Я могу просто зарандомить. Держи просто тебе, выправляет слой нервов. Держи тебе... Интересно, он мне что-то... Если что, если у меня останется, я тебе... Заражен. Лечение уже назначено. Лекарство было неверным. Фак! Есть ком рвандуш. Лекарство было неверным. Ёпрасоте. А я еще и реагентов потратил. Жаполиард. Икс лечить. Может быть, просто рандомить тогда? Слушайте, а че мне? Ты точно доктор? Сколько у вас здесь? Это что за херня? Что это на меня заспавнилось? Ты че, сук? Так, использовать. Обыскать. Вскрыть. Нет скальпеля. Можно было бы, кстати, заразный орган какой-нибудь достать. Сколько вас здесь лечить? Может быть, порандомить? Лечить. 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 Давайте попробуем их лечить. Тинктуру яс плюс. Ага. Кожа стала сухой, стала быть кровь или кости. Изменили зрачки, значит, в нервах или в костях. Диагноз определен, отлично. Неомицин. И шанс, что... Отлично. Держи. Процедура прошла успешно, отлично. Здесь то же самое. Значит, изменили зрачки, значит, в нервах или в костях. Но если я... Ага, это был... А, потому что я жирную барабахал, да? Ну, как бы у меня 50-50 получается в этом ключе. Я должен просто неомицином попробовать бахнуть. Понадеюсь на авось. Лекарство было неверным. Очень жаль. Одного только. А здесь надо просто чисто рандомить. А, буду бахать на рандоме. Жри, что хочешь. Лекарство было неверным. Стой, где? Где? Почему иммунитет на меня в ноль влетел? Сука, я теперь ничего не могу еще и сделать. Я себе-то могу это, например, дать использовать? Нет. Сейчас загружаться будем. Просто говна поел. Скрыть, обыскать, лечить. Держи, тебе повезет, братан. Вот тебе точно повезет, тебе я верю. Все. Найс, полечил. О, ты. Держи, тебе повезет. Не повезло. Очень жаль. Все. Все, всех похоронил. По статистике каждый пятый. Ай. Все потратил. Ни хера не нашел. Регов нет. Сам получил заражение. Надо на живую было на органы пускать. Ну это просто трэш, ребят. Это просто трэш. Я не могу. Грузись, нубас, да. Нужно нормальных тинктур собирать. А для этого нужна вода. О, боже мой. Ладно, пошли за водой. Просто пошли где-то добываем воду. Приходим туда с тинктурами. Незараженный район, вода много, надо. Я не могу туда прийти без тинктур. Просто не могу. Я попытался их спасти. Я сделал все, что мог. Я пытался их спасти. Ни хера не получается.
Так, поехали. Кто орёт там еще на заднем плане? Сложная пипец по сравнению с первой частью. Просто сложнющая. Пожалуйста, 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 не вздумайте. Ладно, подожди, я могу прийти сюда. Зубила. Ну, починю одну, почему нет? Поехали, да, давайте. Принесем сюда Сереге. Починим ее. Мне она нужна. У меня рядом с домом больше нету воды. У меня дома нет воды. Что делать, непонятно. Что такая жесть, а не игра? Вот просто что такая жесть? Идешь куда, непонятно куда, делаешь что, непонятно что. Так. Шестерню берем. Пружина, да, там еще была? Ну, последняя у меня вроде есть. А если, кстати, чем отличается неомицин плюс? От... А, это просто лечильня. Подождите, а я правильно понимаю, что я еще назначаю... Слушайте, я же назначаю лечение. Они получают таблеточку. Но не факт, что больной-то поправится. Мне же еще надо дождаться завтрашнего дня и еще заролить. Или как это работает? Или для них другая фигня? Просто если правильную хрень назначил, то все хорошо. Починить. Так, утолить жажду. Убрать воды. Я здесь не выйду вообще ни под каким соусом, да? Так, тебе просто нужно дать правильную табличку, прочитать дневник. Окей, правильная таблетка. Если правильная таблеточка, то хорошо. Самая жопа, если у них будет куча... Вот что такое. Самая жопа, если там будет куча чуваков на кровь. Я просто тогда чисто теоретически даже квест выполнить не смогу. Сейвскам как черт пирожок. Да, вариков нет, придется искамить. Так. Так, вот это вроде как просто усиляет. Вот это же усилительное. Это будет на... Оранжевую возьмем, да? Если возьмем вот эту и... Вот эту. Во, отлично. Оранжевенькая пошла. Сделаем. Так, оранжевенькая... А если вот это... Это и дополнительный модерел, в принципе, пофигу. Ну, это максимум, что у меня может быть. А эти штуки работают. Так, неомицин жирный мы трогать будем? Не, не будем. Этого должно хватить. Есть зурхи, есть... Вот это дело, есть чем лечить. Надежда умирает последней. 4 морфия. Мы точно можем диагностировать все. Главное теперь, чтобы запрокало. Неомицин жирный трогать не будем. Это нам надо будет. Все. Это тебе не мурлоков на стол шлепать. Тут думать надо. У меня еще усталость потихонечку подъезжает в анус.
Так, ладно. Ждем туда, где город меня зовет. А, воды теперь нету, кстати, нигде. Ну, у меня, правда, и бутылок нету. Хер ты с ним. Ой. Какая же лютая игра. Мы справимся, ребят, мы справимся. Чую. Чувствую благословение, ребят. Снизойдет сейчас. Кстати, а почему я так много жрать хочу в этом прохождении? Так ощущение, что у меня прям персонаж только делает, что жрет. Пока бежим, надо будет наторговать прям пипец со всеми. А в чем, кстати, суть обезболивающего вот этого цветного? Почему оно и цветное, и обезболивающее? Я его типа могу дать тогда и только тогда... Ну, прикольно. И когда у меня совпадает какой-то симптом? Чем оно от морфия отличается? Морфий же просто лучше. Или оно еще при этом, при всем, говорит, отвечает на вопрос цветовой? То есть, грубо говоря, я должен как бы... Я, кстати, правильно делал, что... Правильно. То есть здесь же жук набирать не будем. Только ты не говоришь... Так. В принципе, правильно делают. Гасите их. Отлично, просто. Просто отлично. Так, чего у меня есть использовать? Сейчас еще здесь говна поем. Я уже точно не помню, кажется, это просто обезбол. Проверим мою теорию. Моя теория заключается в том... О, иди сюда. Яичко. Яичко за три. Яичко и мыльца. Морфий 4. Вот это обезболивающее на базе 5. Это обезболивающее 3. Ну ладно, я сейчас их тратить не буду. Но яичко бы мне не помешало. Давайте медрал плюс. Мне, кстати, медрал плюс. Ну ладно, давай один медрал плюс на яйцо поменяем. Я голодный просто. Слушайте, в этот раз не прокнуло говна. Отлично, ты шарахаешься. Так, девочка, ты чё? А, это Клара, господи. Закрой глаза. Да, ладно. Так, чел, пожрать дашь? Иммуники, кстати. А сколько отмычка? 9. Забирай. Иммуники сразу жрем. Жажда в 6. Ой, как же жопно. Так, это аптека, кстати. Че у тебя в аптеке по иммуникам? А у тебя аптека проклятая. А ты, кстати, торгуешь, если у тебя аптека проклятая? Отлично выглядишь. Слушай, а ты... Да! Да, все! Да, все из этого. И скальпель я бы даже взял. Я как раз-таки сейчас отправляюсь. Чё почём кольцо? По 1080? Да есть же. Еще и со скидосом, считай. Это моя говнина вообще ничего не стоит. Ну не стоит и не стоит. Мне-то чё? Я чё? Я не гордый. Кстати, она продает, покупает мономицин обратно. Пипец дорого. Отлично! Все. Принять.
Отлично, просто отлично. Кстати, я там постоял, у меня иммунитет зарегался. Это ли не чудо? Нет, сука! Просто хватит, просто стоп. Обойдем. Я успею дойти, пока у меня иммунитет не окуклится. Я даже никуда заходить не буду. Успей. Господи, я жив. Удивительно, что ты еще жив. Я жив. О, боже. Здесь же нету хрени... Ладно, я иммуники на всякий случай сожрам использовать. О, боже, что мой. Фух, поехали, пацаны. Вот теперь мне точно X лечить. Так, проверяем сначала... Я не знаю, Мадрел плюсом. Сначала... Так, значит, смотрите, закрывать мы можем желтым или оранжевым. Желтым или оранжевым. Значит, как бы как раз-таки... А, ну, желтый, оранжевый, белый у меня все есть. Кстати, Мадрел плюс, проверяем. Так, боль адская. Вот, значит, смотрите, это либо в крови, либо в нервах. Мы берем обезболивающее, которое оранжевое, которое на крови. Диагноз определен, кстати, подожди. Выступила испарина, поражены нервы. А, все, простите, поражены нервы. Прошу прощения. Фирамицин. Кушай. Процедура прошла успешно. Так, первый спасен. Сердечник. Так, X лечить. Ну, здесь та же самая стратка. Медрел плюс пробуем. Здесь сбилось дыхание, это в крови или в нервах? Изменились зрачки, значит, в нервах или костях. Значит, это точно нервы. Лол, кушай. 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 Кушай, родной. Фуфломицин жрем. Какого хера? Какого хера? Пошел вон, пошел вон, пошел. Так, быстро отъедаемся сразу. Мадрел плюс. Да, Мадрел плюс пока что кушаем. Использовать. Как же я рот вам в кино водил с этой херней. Почему он спавнится прям на рожу? А тебя я, сука, всю кровь с тебя, Саш, солью. Учитель бы поступил точно так же. Так, лечить. Проверяем. Медрел плюс. Изменились зрачки, значит, в нервах или в костях. Вот, смотрите, в нервах или костях. И пробуем обезболивающее, которое... мы его не можем сейчас пока что. Лихорадка, это может быть что угодно. Мы его не можем. Попробуем обезболивающим белым. Да, я же дальше уже ничего не могу. Обезболивающим. Белым. Белое обезболивающее. Нет, к сожалению, это так не работает. Он что-то совсем ему больно. Он ему что-то совсем больно, ребят. Это просто тупо обезбол. Ему совсем больно. Я не могу сейчас. Ну хорошо, ладно, держи вот этот обезбол. Встать, строю, роды! Спасибо большое, Астер, за сапку. Облагородил Максимус, подчеркивание бот святой так, человек. Пробуем. Попробуем на нервах, я не знаю. Здесь, кстати, сильно упало. В чем суть? Так, теперь тогда проверяем ясом. Обычным ясом. Так, все, лечим тогда неомицином. Ой, все, мы сделали 3. Да какого хера? Нет, опять на меня заспавнилась говнина. Так, у меня здесь яс плюс, пожалуйста, использовать. Почему прямо на свибло? Вскрыть, обыскать. О, обыскать, вскрыть. У меня есть скальпель. Так, иди-ка, кровушки у тебя забираем. Так, что мы, вероятность повредить орган низкая.
Так, давайте добудем у тебя жопку. Опа, почка. Чпок. Чпок. Неплохо. Орган поврежден. Ой, нет, ну, вероятность повредить орган очень высокая. Ах, чё? Ой, а печёночка-то не влезла. Как удобно было бы, если бы она влезла. Печень, зараженная почка. А почка, кстати, больная человеческая почка. Она, кстати, нормально так. Так, кого еще тут вскрыть? Так, здесь мы стержни появилась бы, да, или она там жала. Не питаю симпатии к Сабуровым, но если на дом заглянуть, лучше начать с Катерины. Вход к ней с дальней стороны дома. Вскрыть. Кровушки у тебя забираем. Она тебе ни к чему. Так, что у тебя тут? Ага. Смотри, какая здоровая. Удобно. Смотри, какая больная. Ой, сердечко, смотрите, какое. Ух ты. Так, почечку. Почечку к сердечечку. Ля-гля, брат, я там вообще нормально. Спасибо большое, Астер, за Глэмдринга. Так, надо к Забуровым и сейваться. Так, мы набрали зараженных. Зараженных органов отлично набрали. Голод у меня очень высокий. А это вообще хорошо. Обиженная записка. Вот это вот. Вот это вот вообще надо. Зараженная кровь. Почка, смотрите, затесалась. Как удобно. Иди к зараженной. Это просто обезбол, короче. А почему обезбол это хорошо? Мне надо просто морфий тогда таскать с собой. Максимум. Я врач, дело в нервах. Нахер вот эти обезболы делать? Они делаются из тинктур, правильно? Правильно. То есть это уже очень плохо. Моя задача иметь много тинктур. Причем не обязательно плюсовых тинктур. Плюсовые тинктуры это хорошо, но... Как бы фигня главная. Моя задача сейчас с каким-то макаром... при помощи зараженных органов что-то там нарыть. Так, а мы как и куда пойдем? Может быть, мы в лодочку прыгнем и до дома доедем? Ладно, хорошо, здесь надо... А что происходит? О, морфий, отлично. Для этого мне надо... Где... Что мне тебе продать, брат? Брат, я с тобой, чем мне тебе помочь? Вскрыть они узнают. Да мне только нужна пустая бутыль. У меня даже бутылки нету. У меня есть зараженная кровь. А я еще могу здесь вылить? Нет, я не могу. Бутылки нет, ни хера нет. Они даже тверин не берут. Но это же бред, сивые кобылы. Нет! Пожалуйста, нет! Я ненавижу эту игру. Купи бухло. Почему ты не пьешь даже? Как ты можешь быть ментярой, который не бухает? Клоун, что ли? А не мент. Так, ладно, заходим в какие-нибудь... Что это? Это что у нас? Что перед нами? Подожди, а что ты бахаешь на пианине? Ну-ка, хоть сюда. Менты берут лут с гопников. Нужна отмычка. Хватит бахать на пианине. Ближе не подходи, заору. Откуда песенка? Откуда, откуда? Да ладно, паскуда. Тебе чего надо тут? Скажи, дочка, не серди меня.
Сама сочинила только что. Вали давай, либо на рога, либо на копыта. Либо прямо на тот свет с билетом без обрата. А то учила меня мама прямо в жопу никого не посылать. А сыграй-ка еще разок. Пускать они узнают. Мне вот, честно говоря, вот уже похеру, что они узнают. Они узнают. Они узнают. Они узнают. Да пусть узнают, сука, я весь город этот поганый лечу. Управа. Бакалея, о, надо пойти пожрать. Жратвы нет, нихера нет. Хоть в помойке. О, ну хоть пружинка в помоечке нашлась. О, бутылочка шикарная. Ты чё меня пугаешь? Ты чё? Мент. Так, ты кто? Крючочки, спички. На тебе свечка. Свечка, крючочки. Пока. Спички брать. Спички не буду покупать. Не пьющие менты в чат, пожалуйста. Да ладно. В смысле, они только прикидываются. Так, еда. Ой, дешевая. Отлично. Консервы. Вкусно. Ом-ном-ном. Орешки взяли. Все. Да вообще, просто еды взял. И сожрал. Прям тут как, сука, последнее. Кольцо есть у меня, кстати? Оберег. А что, последнее кольцо отдал, что ли? Револьверные патроны дешевейшие. А что вообще стоит у меня? О, у меня, кстати, яичко есть. О, водка. Водку, кстати, отдам. Я больше не могу. Больше не могу пить. Мыло 86. Патроны дешевейшие. Господи ж ты, боже мой. Почему я? Да-да-да, вижу, сейчас съем. Так, использовать. Так, орешки. Шарики, пружинки. Давайте, типа, для детей, типа, вот сюда. Зараженная кровь. Так. Давай пока так. Я... Ты, дед, не удивляйся. Я сейчас, сейчас я быстренько сожру консервы. Сожру консервы, и мы пойдем отсюда. Ты не удивляйся, что я почки тут раскидываю. Это надо, это для... Это надо, в общем-то. Так, хорошо. Идем к Сабуровым. По дороге надо зайти куда? Бакалея нет. Невод нет. Управа рано. Ребенка бы, на самом деле, снова вытащить из помойки. И сдать на другую помойку. Жажда. Могу отпиться? Может быть, крови отпиться? Так, опа-опа-опа. Малыши-карандаши, здорово! Иммуники за 6. Арахис за 2. Зато грецкий, смотри, какой дорогой. Иммуники беру. Шарики за 3, шикарно. Пуговичка. Держи мелок и шарики за иммуники. Маленькая жлобливая. Тебя что? У меня пушка села. Тебя мыло. Но ты еще булавочки и пружинки кушаешь. Че почем иммуники? 6 у тебя. Тебе прескурант просто обосрамс. Зато 2 пружинки могу дать на иммуники. Сойдет. Ой, 2 пружинки на иммуники. Так, у тебя порошочек есть. Порошочек 35, иди ко мне. Арахис. Господи, у нее так... Какая ты маленькая жадная говнина. Ладно, ее надо оборот брать. 15 с этого. 4 с этого, 8 с этого. Арахис по 2 это полный пипец. Но, по-моему, это менее пипец. Ладно, булавка по 3. Угу. Морфий за 6, кстати, мы тоже забираем. Если что. Еще где-то пяток надо нарыть. Так а что лукавить? Вот тебе еще одна это и забирай фундук. Арахис оставим, потому что он в стаке. Порошочек это сила. Хорош, плюс порошочек. Да есть же! Очередная сверхуверенная! Маленькая жлобливая паскудина. Так, ты.
Ноготь за 6. Арахис по сколько берешь? По 2. Зато оберег по 5. Нет, ноготь за 6, извини. Я тебе сам ноготь за 6 продам. Неомицин плюс за 9. Морфий за 10. Свечка сколько? 4. Спичка 1. Иголочка 3. 3 иголки за неомицин плюс, ребят. 3 иголки за неомицин плюс. 3 иголки за неомицин плюс. 3 иголки. Да у меня неомицина жопа ешь, и неомицин плюс дома один есть. Морфий за 10. Морфий за 10. Господи, морфий за 10. Морфий за 10. За 10. Так, где попить-то? Че, неужели дети без бочки живут? У меня жажды вообще просто... Как можно так-то? Кидалите. Ребро, тут вас уважают. Ага. Ща будет, ща, сейчас уже бандосы уже чувствую на меня набегут. А? Руки убрал! Давай-давай! Дура, слабак! Еще один! Класс! Так, я могу как-то отхилиться? Обезболивающим придется отпиваться. Так. Это не обезболить. Господи, за что вы так со мной?